Друзья, всем привет! Это Денис Гусев и 5 минут мотивации от меня. Я очень часто вижу в комментариях какие-нибудь дебильные комменты по поводу того, да ладно, он мажорик какой-то, ездит там на BMW X5, там родители подарили, живет там в квартиру в Москву, наверное, всю жизнь ему устроили, там жена богатая, там все бы так могли, конечно, если бабла столько было. Ребят, я, блин, родился в колхозе, который в 1500 километрах от Москвы находится. Родители мои на заводе всю жизнь проработали. У меня, блин, 3 детей в семье. И я когда поступил в институт и переехал в Краснодар, в свою деревню, мне родители давали 15 рублей в день, то есть 450 рублей в месяц на еду. Чтобы вы понимали, мне не хватало денег просто на один раз, чтобы поесть в день. Да, мне приходилось учиться в институте, а я тогда еще легкой атлетикой профессионально занимался, тренироваться 6 раз в неделю в команде мастеров, блин. И еще по вечерам, по ночам вагоны разгружать, чтобы просто, блин, напожать что-то было, и за общагу, за эту галимую заплатить, и просто там, блин, быдло, которое кололось, бухало с утра до вечера, жило, и в институте даже в этом и не училась. Поэтому не надо писать, что мне там всю жизнь удалось, блин. Все очень было непросто. Я до 26 лет жил в Краснодаре, хоть и там вырвался из этой общаги, там и работал, тренировался, но со спортом мне, к сожалению, тогда вообще пришлось завязать на втором курсе института. Хотя мне так хотелось расти именно в спорте. Но когда ты живешь одни макароны с килькой и суп из макароны с килькой, и больше ничего в течение месяцев, то ни о каком спорте вообще разговора быть не может. Поэтому я завязался спортом, но сказал себе, когда-нибудь я к этому вернусь, когда смогу обустроить свою жизнь в финансовом плане. Мне потребовалось достаточно много времени, потому что я понимал, что даже находясь в Краснодаре, шансов у меня вырасти, стать человеком не так уж и много. Потому что я хоть и рос там по карьерной лестнице, сначала в одной компании, то есть начинал вообще барменом в клубе работать. Просто учился также в институте еще и по ночам каждый день работал барменом, соответственно, разливал всем водяру и иногда на самом деле сам ее пил. Потому что как-то надо было голову расслабить этого дурдома, который вокруг происходил. Только где-то в 22-23 года я ушел оттуда и попал в компанию Евросеть, в сеть салонов связи. Там хоть моя как-то жизнь стала получше, мозги стали на правильное место. Научился вообще с людьми хотя бы общаться, не бояться людей. И только в 26 лет я нашел себе силы переехать в Москву. Но когда я переехал в Москву, у меня было $500, по тем деньгам это 20 тысяч или там 15 тысяч рублей. И двое штанов, одни шорты, одна майка, одни сланцы и одни кроссовки. И даже туфлей не было. Все, больше у меня ничего не было. Такой я голый, блин, просто в Москву приехал в 26 лет. Позор просто. Но это было так. Я жил в 25 минутах езды на маршрутке от метро Выхино у друга, у которого жена на 2 недели уехала в Турцию из однокомнатной квартиры. Он мне сказал, чувак, вот есть 2 недели, чтобы вот как-то обустроиться в Москву. И я, блин, бросил все в Краснодаре и рискнул. Взял, блин, руки в ноги, переехал к нему в Москву и за 2 недели просто нашел какую-никакую работу, которая, конечно, мне тоже очень сильно не нравилась, но она позволила мне хотя бы хоть как-то зацепиться в Москву. Потом я уже попал в компанию World Class в качестве персонального тренера, и вот оттуда моя жизнь начала как бы набирать обороты. Начал нормально зарабатывать, снял уже комнату не у бабушки, а квартиру. Ну, пусть, конечно, от центра далеко, но это уже была моя квартира. Потом купил первую машину, как я помню, это Honda Civic, ну, отличная тачка была. Все рос, познакомился со своей супругой, женился, обычная девушка из обычной семьи, которая тоже тренером работала. Но сейчас, слава богу, есть уже возможность совсем не работать, я ее обеспечиваю всем. И после этого, скажем так, через какое-то время мне надоело работать тренером, хотя, в принципе, неплохо получалось, и зарплата, скажем так, даже для Москвы по тем деньгам, это 150 тысяч рублей уже была достаточно неплохая, но мне было этого крайне мало и сильно не хватало на ту жизнь, которую бы я хотел иметь. Потом я понял, что мне нужно еще одно высшее образование получать. Получил второе высшее, опять с красным дипломом, на этот раз экономическое. Вот, попал в строительную компанию, судьба мне помогла. И с тех пор работаю в строительной компании и занимаюсь другими делами. Ну и стал именно заниматься спортом, потому что, во-первых, появились деньги для этого. Этот спорт требует очень много денег. Именно если это спортом вы хотите заниматься, а не просто ходить в зал. Потому что если вы хотите в зал ходить и выглядеть при этом хорошо, для этого много денег на самом деле не нужно. Появилось свободное время, когда я могу тренироваться там по 10 раз в неделю, по 12, по 18, сколько мне надо. В общем, жизнь моя стала лучше. Но она стала лучше не благодаря какому-то дяде, тете, там, блин, кому-то там еще.
незнакомым или знакомым мне людям. Потому что я сам взял свою жизнь в свои руки, стал ей управлять и сказал, что либо я сейчас это сделаю, либо в 50 лет просто вокруг меня не будет ни одного человека, и я буду жить в съемной квартире, так же, как и большинство людей живет, приезжих сюда. Я буду нахрен никому не нужен. Но я сказал, я так жить не хочу. И буквально за 8 лет, которых я прожил в Москве, я сделал ту жизнь, о которой я так давно мечтал. У меня все, что я хочу. Машина своя хорошая, квартира, любимая жена. И возможность путешествовать по заграницам и кучу контрактов с иностранными российскими компаниями. В спорте я уже достиг кое-чего. Но еще раз повторю, потому что я жизнь взял в свои руки. И чего я вам желаю? Итак, не сидите на пупе ровно, не думайте вам, что что-то упадет откуда-то сверху или вам кто-то что-то подарит. Я знаю много таких людей, которые 40 лет ждут, что сейчас что-то кто-то им подарит, добрый дяденька на руках им все принесет. Ни хрена такого не будет, запомните. Берете свою жизнь, ставите перед собой планы, цели, идете к ним, ничего не боитесь. Будет поначалу очень тяжело, пиздец как тяжело, но потом все будет легче, легче, лучше, лучше. А потом, когда вы перейдете какую-то грань, когда у вас уже будет больше, вы будете больше получать, чем отдавать, вот тогда вы почувствуете настоящий кайф от жизни. Чего делаю я сейчас каждый день с утра до вечера. Итак, с вами был Денис Гусев. Берите вашу жопу в ваши руки и вперед, действуйте.